Полиграф. Я тебя люблю. Вот это я понимаю. Я помню, когда я училась в Европе, мне так всегда было интересно, когда танцевальная компания занимается постановкой, полностью вся деятельность у них закрывается под постановку, им выделяется зал, выделяются определенные средства. Так всегда было интересно, каково это. И как бы сейчас бы мне не хотелось убрать остальную жизнь, заняться только постановкой, она все равно присутствует, и получается, что весь постановочный процесс у меня в России превращается в некий цикл забега на ускорение. Конечно, стремлюсь к тому, чтобы постановочная деятельность занимала у меня, например, какую-то основную часть деятельности, и я бы могла и финансово себя этим обеспечивать, морально удовлетворяться, но получается пока только балансировать между реальной жизнью и постановочной. А тем временем я пришла на репетицию. Мы разбираем предыдущую часть. Будем сейчас ее соединять под музыку. Причем у нас есть в спектакле такая фишка. Берем пасхалки с предыдущей части спектакля в новую часть. Поэтому те зрители, которые были у нас в предыдущих спектаклях, вы увидите какую-то часть, которая вам уже знакома. Это специально так. Это мы продумали, если что. Давайте просто разметки сделаем. То есть ты бы изменила, да, получается? Мы сейчас составляем аннотацию для нашего спектакля, ты чтобы поймёшь. Каждому зрителю было понятно, о чем мы говорим. Вот оказалось, это не так просто. Но я себе. Хочется, как бы, чтобы это было и внушаемо, и понятно. Так вот что мы выбираем? Давай я. Здесь большой выбор. Да. Не, просто если мы это оставляем, то здесь как-то... Бывает дефис. Сейчас глаза. Что, готовы сначала пройти? Да, сейчас схематично все проходим с самого начала. Всем будем отрабатывать по очереди. Мне нужно, чтобы мы трио прошли еще раз. А мы под музыку сделаем? Да, под музыку сейчас. Ну, хотя сейчас мы не будем плаваться, ага. Вот, нам нужно всем подходить, наверное, чтобы мы поняли, что мы будем сориентироваться. На друг другу тоже. Давай. Ну что, наш влог продолжается. На самом деле, на одном апельсиновом бамбле держимся. Но все хорошо. Сегодня у нас репетиция дуэта. Танцует Катя, Слава. Будем с ними разбирать их часть, как они будут перетекать из одной части в другую. Уже в воскресенье соберемся с остальной группой. В общем, постановочный процесс, конечно, всегда очень непредсказуемый. Я надеюсь, что зритель поймет и оценит задумку. Есть купальник, но это как бы не выглядит как купальник, потому что в нем твой, да? Танцую, да. Угу. Как
first. Какой-то тогда найти себе такой топик, в котором не будет ничего сбегать, но чтобы он был открыт, да, с телом. Ну, типа, спрашивают, кто прям такой. Это как бы очень распространённый. Бор. Как дела у тебя? Хорошо. Везде. Что ты несёшь, нам показать? Я вот твоего льва тут снимаю. Ну, да, тебе прекрасно. Нет, тебе чудесно. Что у нас сегодня? Генеральная репетиция. Я уже вообще не вывожу, но процесс идет, это главное. Ребята вот уже разогреваются. Тройте ладони на блядь ноги. Вертикально. Ну что, у нас остается 2 дня до премьеры, и парочку слов для тех, кто думает, как проходит в целом постановочный процесс. Например, сегодня уже с утра у нас коллапс насчет того, кто будет, кто не будет, потому что вдруг внезапно появляются какие-то обстоятельства, что-то происходит, нужно быстро перестраиваться. Наверное, мой многолетний опыт привел меня к тому, чтобы в последние дни не создавать лишние суеты. Вот если не получается какие-то тренировки провести, либо кто-то не может, вот я просто этот момент отпускаю. Если тем более я еще участвую в постановке, я просто настраиваюсь и в первую очередь перевожу фокус уже на себя, что мне нужно тоже здесь выступить. И важнее мое состояние, чем нервный процесс, на который вряд ли могу повлиять как-то. Поэтому это тоже, наверное, какой-то мой уже опыт 20-летний играет. Да, постановочный процесс и вообще подготовка к премьере — это такая, знаете, битва на прочность, на стрессоустойчивость. И, наверное, это не для всех. Те, кто создают для вас спектакли, это очень сильные люди. Не пропускайте такие мероприятия, если вам хотя бы немножко близка тема театра, искусства, если вы хотя бы как-то с собой работаете. Это очень крутой не только культурный процесс, но и терапевтический, потому что мы вместе проживаем с вами, это очень глубокое. Вы вытягиваете. Слово расстаться. Держаться. Ну, держаться. Надо я тебя люблю. Я согласна. Подсказка. В общем, у нас состоялась премьера. И мы вытягиваем сейчас бумажки, да, чтобы что-то там увидеть, да? Прикиньте, у меня решится уже на... Короче, ребят, я, походу, не вернусь в Россию. Классно. Мы посидим у нас посередине, я подхожу к Кате, говорю...
Ты понимаешь, что уже спектакль, типа, ну... Конец, да? Да. Чисто режиссерская работа поражена. Короче, режиссер вообще нормальный такой, знаете. Все по таймингу, я реально вообще не устала. Хореография мне вообще подходит. Нас не заставляли. Добровольно. Они не были в рабстве. Она нас кормила. Как ты себя чувствуешь? В роли звукорежиссера. Супер. Супер. Спасибо, ребята. Блин. Сначала делайте тяжелую работу. Легкая, сама по себе, о себе позаботиться. Слава, скажи, пожалуйста, ты все? Ты выдохнул? Да. Ты выдохнул? А я не выдыхал. Я просто... Маша, как тебе роль сценографиста? Нормально? Нормально? Я готова еще. Вот это я понимаю. Катя. Нам Ирина подарила. Ирина подарила?